Всем привет! Вот хулиганка. Липсона не было, приходит покупать мяч. Мам, я обманулась. Погода сегодня чудесная, да? Я загорела румяненько. О, везет. Ну где? Камера выработала. Передай привет подписчикам. Здрасте. Ты будешь в Ютубе. И ты тоже. Суета на связи. Все, надо пора к ребятам, а то они сейчас плакать будут. Мой перевел деньги. Да? Там уведомление было. Как жить? Хорошо. Захар, я на тебя вообще обиделась. Понял ты? Все знали. Захар какашка. Вы нас ждали? Ну мы с Мишей поебаться нам надо, ёпта. Мы выйдем. Нахуй ты на камеру опять рассказал, ну так, блядь. Если она это в телегу... Передаю привет своей учительнице по физике. Она очень хороший, добрый человек, пошла. Да. Сейчас а вот. Та же учительница смотрит видос. Да пошла, знает. Зато правда. Ты в шоке? Блядь, чтоб ты понимал? Когда приехал. Поехали, поехали до Бруси. Она дождаст кого-то. Кого? Мелких. Они сказали, что они сейчас приехали. Я сейчас полчаса буду. А это Илья. И что? Помаш, он тоже хочет такую фотографию с тобой. Нет. Как расстроился. Отойди! Прости, пожалуйста. Когда собрал силу? Ничего. А что лезть? Дарю. Я мне. Вдруг понадобится защита. Значит, с тунтером. Я в натуре защиты не с чистыми. Пока не чистый, но вообще. Только давай на меня напялим. У тебя шлем. Нет, дай напил. Пожалуйста. Фу, сам сим. Ты, блин, Паша. Как его зовут там? Вот, Дарья сим. Я ничего. Да это не я. Почему ты сразу меня бьешь? Смотри, перчатки спите. Он. А! Не воруй! Раздевай!
моя БСЕ. Привет! Я просто плачу. А моя БСЕ старая. Как же я по ней скучала, не представляю. Я понял. Не, ну пластик мы все делаем нормально. Ой, а как так вышло? Все падают. Вот если я на заднем поеду.